Урок нормальный. Да, я уже в четверке по ДПСу был, как и раньше, стабильно. То есть, ну, хуй знает, сейчас еще здесь. За исключением того, что от тебя сейчас снова будут зомби ходить, да? Ну да. Ну, блядь, я не знаю, в Владе черви ползали. Мне говорили, типа, они контролятся. Я постоянно прожимал таргет, но им похуй. А здесь также зомби, ну, не знаю. А зачем? Я сейчас на этих набью, на сноубольдах и прочее. Так, улипал норм. Чё у нас? Единственное, у меня сейчас чарки для гарги нету на перчатках. Почему не факт? Так, норм. А у меня не... Я не фулл потратил. Так, Рогу ждем и закидываем дис, и погнали. Вот он Рога, сейчас посмотрю. Ну, тебя видишь, что я под прожимки какие-то прожимаю, не по КД. Ну, я их нон-стопом не трачу. Это у тебя ради ДПС? Мне скорее... Так, эх, комбинирую ДПС и да, снижение урона. Где ебаный здесь вот? Так, а что, рыба будет? А что рыба будет? Будет? Показываем. Ну, у меня две штуки, кстати, осталось. Я перезайду. Анхода перезайду. Блять, я уже фласку выкуп, еще будет 2 часа заходить. Ну да забей, блять, она лкашная, она стоит хуйня. Надо было не пить, чё, зачем? Вот еда бкашная стоит дохуя. Фласка стоит хуйня. О, огонек появился. Вокруг косточки летает. Ну. Пизм такой. Я из-за этой хуйни на БГ не мог на маунта сесть. Я, блядь, не заметил в толпе, что на мне облик. Я, блядь, прожимаюсь, нахуй. Все уже уехали, я стою, блядь, ебусь. Потом что-то раз на персонажа, я, блядь, в облик. Понятно. Бля, ну чё там я так долго заходил? Хоть один залетел, но потом уже зашёл. О, питон на КД был. Так, а кто у нас? А, Интери, да? Валера, ты по рядарам посмотрел? Ну, я ничего не стал заморачиваться. Хоть что, я сейчас. Папа, смотри, сейчас время есть. Лишний. Чистки вар. Кто это сделал? Кто что, кикнули или что? Еще 2 человека ждем. Кофе набью быстренько. Не помню, из колора заебато же дамажил. Наверное. Бля, ну долго заходит, ну пиздец. Есть груля или с магика топ ДПС, чтобы можно было понять, кто это. Нету. Я себе тоже не сохранил. Там. А тебе зачем? Да просто понять, что кто приоритетнее. Там первый был Хант, второй был Лок, ау. Третий был ау. Прист, по-моему. Кабаец был на втором, что ты мне пиздишь. Не видел там кабаец, что ты пиздишь. Да там почти одинаково у всех. Не, перестану это к себе забрать, вот спирит. Брать, короче, к себе это куда? На дачу. Навара поменяет тебя, но... А там типа дамаг апает? Ну-ка, линканит. Да, 2% критического урона увеличиваю. А если взрывом ебаняш, то он 2% больше на крытой. Приятно, мелочи приятно. Блять, ебать, я вовремя открыл это. Ну, если убьют, да, ты сказал, что там повышается. Кого? Если убьют, еще ДПС. А, ну и да, если я умер... Ну, Эридар умирает, он еще дополнительно увеличивает. Ну как? Грубо говоря, поверх того, что давал.
На 5% урона увеличивается, если Редар умирает в своей пати. Пиздец, ты слышишь этот, блядь, как вот он, трое. Охуеть, один ДК на рейд. Я не помню, когда такое было, обычно, блядь, 3-4. Ну, 2. Ну, 1. Да норм, все хорошо. Это ДК выпили, в смысле? Не, сбалансировано. Надо на скорость атаки поставить или не надо? Бля, короче, не тыкайте, да. Ничего. Еще а раз говорю, никто есть. Ничего не тыкает. Все сидят, ждут готовность, не нажимаете ни нет, ни да, просто ждете. Энх тупо ставит. На же Энх ставит по-любому на скорость атаки. Энх, да, ставит. А я не спать и не с тобой. Хожу во сне, зачем ты нажал? Анхоли, зачем ты нажал? Блять. Сорян. Паладин. Химпердо, ты меня слышишь? Химпердо. Слышу неплохо. Пал. Раз, 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 два. Он заходил, по-моему, только что, нет? Вон он, в фугарейде сейчас перекинул. Все, теперь... Отлично. Теперь... Рыбу ставлю, кушаем рыбу. Блять, ты меня превратил. Если кто-то не знает тактик, скажите, я объясню популярно. Если нет, то поверхностно только. Все отлично, все знают. Пейте фласки обязательно, ЛКшные хотя бы. Сейчас их пейте, запустим проверку, посмотрим, кто выпил, кто нет. Пока, па-па-па-па-па. Все, выпили. Пол... Ну, дайте, баба, купи у других что-то выпить. Нету, что пить или что, не помню. Ну, дайте... блядь, сразу скинул правила, у вас было время прочитать. Дайте ему кто-нибудь, продайте ему фласку. Полоболка, который Холи пал, правильно? У тебя только один эликсир. Пей тогда второй. Если ты пьешь на СПД, выпей защитный на интеллект. Это эликсир, это не настой. Да, сейчас еще 2 часа. Где там ебаный его? Пардон. О, я могу скинуть. Проверка зелье, да я и так вижу. Проверка настоев и еды. Один эликсир полоболка, нет настоя, лов варлок, бразилец, локал мэн, хипердо. Варлоки, чего не петь? Ну они, как я понимаю, в прошлый раз варлок. Ну если прям... есть кому продать, купи. Если нету, нужно было подготовиться. Это же, блин, очевидно, что каждому... У тебя вообще бесконечный запас должен лежать. Если тебе нужен лут, портанись, мы тебя засуманим делов на 2 минуты, пока мы ждем других людей еще. Нету что. Ну, так это и... Это на РДД. А он же как РДД, он эти джаги кидает. Нет, Left Warlock, не к тебе вопрос. Вопрос потом, что эти люди будут ныть, что им лут не достался, мол, их не предупредили. Короче, там Пау выпил, я вижу. Бразилец, вот. Паладин, я жду, когда выпьет. Они же написали, перед пулом выпьет момент. Я увидел, только написал Left Warlock. Ага. И Local Man, ты здесь? Ну, у тебя есть фласка, да? Да, висит. Ну, я жду, когда Пал выпьет. В принципе, мне насрать. Короче, Пал не выпьет, лут не увидит. Проверяем. Ну, пока... В огре вроде собрался. Блять. Да не тебя, я не про тебя хил. Я про Ретрика. Умон тогда быстренько. Я увидел давно. Сумон, пока он бежит, поставьте. Сейчас он. Да выпила я. Я же только пришел, все только пришли. Но фласки, я не понимаю, как вы можете не носить с собой фласки в принципе. Это же, блядь, это очень нужная вещь. Да. К любому рейду вообще, не только. Все, сумманули? Сейчас, сейчас, он добежит до этого. Что все ждут тебя. Такого не должно происходить. Тупо душ, да, Саня? Угу. Кладись. И не поел ты, я рыбу ставил. А, я, может, просто не вижу отсюда, потому что тебя нет. Я не показал. Цветочки, да, рыбу уже вкуснее. Тыкните. Вроде нет.
Бля, как вспомнить на шамане 4 быстрины, блядь. Ух, нормально. Да, я согласен. Да, я просто эту систему пока еще только тестить начал на проверку фласок. Попозже как-нибудь регулирую так, чтобы не тратил никто. Перед пулом, типа, буду и так далее просить пить. ЛКшная фласка, как бы, похуй, я считаю. Вот с БКшными, да. Блядь, ну как долго можно так покупать все это, я не понимаю. Или она это знает, что это такое? Здесь были же у кого-то по-любому фласки на АП. В чем проблема была продать? Я сказал 300 голд, никто не захотел покупать. А, да, 300 голд, что ли? Блядь, надо адекватные цены какие-то. Блядь, миликов не сколько. Я пошутил, что я буду бегать за кем? Да, ты прав. Будет делать со всеми, я же не указывал ролов. БКшную фласку купил. Ну хорошо. Отлично. Баб еды есть. Все, поехали. Я запускай. Больше дамажит было. Наберите рейндж. Милики тоже не подбегайте к боссу, когда вылезет. Он. Ждите, когда в центр подойдет, чтобы вам огонь туда лишний не накинул. Вот. И все. Танчит квадрат. Под босса сразу подводим. Квадрат. Под жопу. Когда убьем, выйдут червяки, все бьем кислотную. На вас кинулся яд, не нужно никуда бежать к танку, размораживаться. Просто дальше дамажим. Они закопаются, танк сам вас пробежится, разморозит. То есть не закопались, вы еще там немножко можете двигаться, можете приблизиться к танку, не больше. Пока живой кислотный, вы тупо дамажите. Вышел, от, центра, от центра все убежали, от центра все. Идите от центра в РДД-зону. Ждите здесь, стойте, милики. Его приведут в центр и будете бить. Никаких проблем. Все, залетайте. Почему я не могу бахнуть ворота? Отлично. Грена. Из огня выбегаем. Раньше набрали, чтобы вдвоем сразу огонь не лутать. Ой, блять, пап. Долго. Да, и Инди БР попал. Бьем сноубальда на танке. Инди Пало здесь лежит, я на карте показал. Но варлоки, а не на танке. А, забирает 4 стака, мейтнери. Ага. Уже второй снобальд, заливайте, ребят. Скинули БР, вставай, Пал. Ну подойди, Пал, прям под босса, под жопу. Ты стоишь сзади босса, почему? Под жопу прям, прям под ноги. Ты, Пал, в чем проблема встать, скажи? Не кинулось или что, тебе другой БР скинуть или что, или ты АФК просто встал? Снобальд летит по двери под босса. Пал, заебись, просто ушел. Мак, ага. Прям заебись, прям блинканулся под топот. А мы не можем без Пала нормально прохилить. Гангрена же есть. Ну, я не спорю, но этого все равно мало. Да, все нормально. Снобальд добейте. Пал проснулся, молодец. Мейтнери, ты подходи под жопу, когда... Не надо в бок. Зачем забрал? Ну, бейте снобальда. Снобальда фокусом залейте. Он ебанулся, что ли, агрона мне? Прохиливайте с меткой. Забери 5 стаков, много. Да, мы его сейчас уже добьем. А, паладин вообще вылетел, мы в 3 хила идем. Сейчас мы охуеем на червях. Да, скажу, прист, жмакнешь гимн. И друли готовься, я тоже буду говорить вам спокойствие. Все вместе жмакнуть, когда я скажу. А моя. 5, 4, 3, 2, 1. Все, поехали в кислотную геру, давайте, шаман.
Зря зубы сдал. Ничего страшного, подожди. Блять, этих зеленых бесов. Приз, готовься, я скажу, когда приз. Приз, скинь, кис, приз, скинь, предхил. Друиды, скиньте хилки, все спокойствие. Блять, поразморож... Ликан, ты... Тебя должен был разморозить. Его разморозило, много кто заморожен. Вот, ах. Ой, блядь, не справляемся, ёбаный рот. Подымайте, подымайте, старайтесь. Понимаю, что в три хила, ну потеем. По брызгам огненного, Валера, расскажешь? Мэтнери замерз. Ну ничего, я его прохилю, забейте на него. Валера, ты надушишь? Блядь. Огненные брызги не забудь. Я не достал до него. Ничего страшного, живем пока. Огненные брызги отошли, Индия, на тебе вообще от рейда отойдите просто. Бля, на мне повесится. Огонь ебучий. Кислотная рвота от лица. Бля, ну я вообще не у лица был, нихуя. Ликан, скинь БР в меня, врагом какого. Я сейчас замерзну, я разморозило. Пизда. Мне кажется, проще заново начать. Да, там босс. А чё, убили одного? Ну все, дальше типа изи. Блять, пол для этого пинать будем. У вас осталось? У нас не осталось, у нас пиздец люди тупят. Ну падайте, подходите под босса. Ну, блять, тупят, я понимаю. Подходите, не бейте, подплевать, подходите. Проще будет найти чела с нуля просто. Хила. Сайбата пошел. А ему похуй. Кто не умер? Че мне не заходит? Потому что закрываются ворота и прочее. Все, дошли. Так, сейчас кикну хила. Столько мозги ебал хилы и вылетел. Сразу сумон ставьте. Заходите. Вот еще минус фласк. Да, конечно, крикну. Ебаный кошак, сука. Он тоже блядь, думает что-нибудь нехорошее, что не переживай. А мне плохо, что он думает. Он у меня дома. Бля, зря я кроссовки поставил рядом с его туалетом. Да, он не такой хозяин, молодец. Так, еще один попал. А ты не его хозяин. Да. Похуй. Тыкните. Хозяин, молодец, искал меня где надо. Ничей, никак. Впервые мы за долгое время 25-ки вайпнулись. Да это даже не вайп, у нас просто чел вылетел хил. Мы бы сейчас не вайпнулись. Мы втроем, блядь, практически прохиливали. Просто еще и танк замерз, блядь, люди там что-то выносят долго. Мейтнери мог бы мешать раз-то сделать. Я вообще с эридаровской билки. Почему багнулся? То, что два раза плюнул подряд, это не баг. Это фича. Тогда просто тебе не повезло. Бафы раскидывайте, рыбу ставлю. Последняя рыба, блядь, надо купить будет, если что. Чего, где я стоял? Ничего нигде не стоял. Имеет в виду, что кобяец разморозился, а Митнери нет. А потому что видимо, прожал. Я не достал. Бабл. Видимо, я бабл прожал, и в меня второй сразу прилетел токсин. А, ну вот.
Я там многоходовочка. Наебал. Так. Ждем, ждем пала. Пойдем. Кушаем. А, орни там рога. Чтобы... Рога. Рогуй. Вернись. Бля, долго. Я помню, кто-то... кушай. Там пока рыбка осталась. Стынет. Так, а тотем от огня стакается, нет? Тотем и чё? От огня. Нет, конечно. Sorry. Фласку выпил, пристабав, крик, да. Блять, ну зашел уже на канал, ну сади ты в пугарейт, вонючий. Я же сразу написал, пауза, иди в пугарейт. Чего ты ждешь, не знал. Инди, психоз, кибер, хаски, может еще рыбу поесть. Психоз, киберхаски остались. Да. Для вас рыба стоит. Психоз? Тут вообще нет. Короче, похуй. Запускаю эту залупу. Опять можно по шаманам? Да, посмотрите, баф и все остальное. Давайте еще раз проверим. Приста баф дай. Приста баф. Все, запускаю. Встаньте в рейндж от босса. Вот. В центру сыбались, остались только два танка. На пул в квадрат. Пихоз АФК? Не знаю, я устал ждать. Ну, не будет ДПС, а просто не паролит. Вроде как. Поехали, вливайся. С огня выходите, не тупите. Сноубольда под босса. Локал мен чуть-чуть вперед или вот босс, снобаль, да. Кто со снобаль в ДД зоне стоит, блять, и не шевелится. Ну ближе, ближе к боссу. Прям от босса прям под жопу. Под жопу. Мильки стоят под жопой. Подведи, чтобы они его заклевали. То есть били и моба, и босса. Все отлично. Снобальда уже два. Сконцентрируйтесь на них. Рано уводишь, да его не налили, блядь. Ну, типа, понес. Ну, в чем проблема дождаться, я не знаю. Убили, убегай. Первый раз такой тупеж, блядь, с самого начала КД. Снова, блядь, убивать. Сейчас новый залетел, заносите под нему зону. Прохиливайте, я там. Забираем, Эйтнери. Заливайте снова, блядь. С огня не забываем выходить. Снобальда добили. Новый сейчас полетит. Готовимся. РДД зона. Снобальда заведите. Отлично. Заливайте. Я ПС-ку варлку скидываю. Хочешь, тебе скину одну. Не проблема. Мне показалось? Или ты сказал вару? Вот варлок.
Добиваю. Также дамажим, только кислот, но никто никуда не двигается. Рейндж набрать все равно нужно будет. Давай перед тем, как начнем сейчас бить. Рейндж набрали небольшой друг от друга. В упор не стоим. Также скажу, когда приступ рожать один, когда друлим. 5, 4, 3, 2, 1. Геро, давайте, шаманы. Поехали кислотную заливать. Лужа. Риск готовься, сейчас скажу, когда. Приз, давай гим. Друиды, скиньте спокойствие. Все отлично. Те, на ком метка, потихонечку подходите к танку. Да, на мне главное разморозь, я ближе к центру. Сейчас подбегу. Все, размораживаюсь. Гангрена еще замерзшая. Не могу, в гангрена бабл нажми. Уже я уже жал, мне второй раз кинуло. Ничего страшного, ну, похилим. Еще в три хила потерпим. О, плюс голове расскажешь. Хотя бы там относительно. Она сейчас брызги. Когда добьем. Должна сейчас огненная. Блять, я не достаю. 5 секунд до брызгу. Готовимся. Брызги. Нужно на таком брызге разбежаться. Разбегите. Бразилец на тебе. Даик на тебе. Отбегите. Психоз. Все, убили одну. Убиваем вторую. Кто с брызгами, либо с краю, кто подходит, чтобы рядом никого не было. Да, бля, я сейчас порвусь. Прохилим мы тебя, хилим. Ревностный. Ничего страшного. Все, брызги закончились, можете дамажить. Грена тебя вышла. Лужа повел. Аккуратно под лицо не подбили. Милики, под... милики. Ну, тоже смотрите внимательно. Не наступайте. Брызги на танку тебя. Близко не подходите. Да, на нем брызги осторожно. Рвота пошла, под лицо не подходите. Там есть лужа, я не вижу. Сейчас выйдет рев, когда все почти орды встаем в этот полукруг, отлетают, когда ты там скорость, ну не понадобится так ускорение. Пэтов своих контролем. Тема на всякий случай убираем. Хэпал частицу сам на себя кинул. Я запретил. Заебись же. Ну, тоже он уверенный в себе халипал. Ну и чё, три халипала вот именно. Подожди, почему три? Два. Значит, две частицы. Да, не, анонсите мне. Да, копается хорошо. Я постараюсь. 25 человек, ебать. Ну, мне мана села. Гавр. А там в него одного дует. Да похуй. Отвечаю. Сейчас прыгнет босс, смотрим. Смотрим, на ком метка. Не вижу, на ком. Эдвин. Убегаем. Ван Клифф. Блять, ребят, ну я хуй знаю. Тотем, тотем. Тролли или чьи там, блядь, худые такие. Шифры, убирайте это говно, если, блядь, не уверен. С вашу сторону ваших тотемов бежит. Несложно же убрать. Худые тотемы, признавайте. Бразилец. А уже поздно. Один этот заявил. Встали, кучно. Вот от спятки тяжело найти человек. Эскалуар. Сейчас тотем опять режется. Я же говорю. Блять, ну в чем проблема, брат, я не понимаю. Вы не слышите, вы не понимаете? Это сложно. Просто вообще их нахуй уберите сейчас. Это же не проблема. Вы больше ДПС внесете, если просто их уберете. Будет спиритус. Чё? Да не, ничего.
Ники называем, по кого можно здесь палить. Уберите, блядь, тотемы. Ну, они стоят опять. Left Warlock. Left Warlock. А там тотемов нету, сейчас будет удивительно все. Я в Шмане когда играл, я пока отлетал от его удара, блядь, убирал тотемы в воздухе. Я не знаю, это же просто. Он добегал, я ставил их заново. И чё нахуй, ты такого не говори. Шизбро. Шиша, шиша. Что? Шиша. Эдвин умер. Я не расслышал просто ник, поэтому не понял сразу. Ничего страшного, бывает. На Индия на тебя бежит. Нет, ни хера не бежит. Тотемы сейчас режут. Нет. Да неужели, блядь? Жёстче. Хорошо, половину считай за его идем. Да, на поле наколдовался, блядь. Смотрим на кого полетит. Подбирается. Не вижу, бля. У меня только метка на карте показывается. Коба-коба. О, вот это вот шаман. А умер Редрик, да? Да, странно, хотя врезалось. Грублут стоит, Джейн. Да все равно никто ничего не спиздит. Кибер котлета. Персональный при надевании? Так. Зашел. Ролики у кого есть портега. Сам виноват. Не отбежал. Рольте сферу. Я там ролл расчехлить. Не расчехлил. Рольте трофей. Блин. 5-6 нахуй пиздец. Саня нахуй, роль за меня трофей. Я за себя-то не могу паролить. Рольте кожаные ноги, там инди только, по-моему, у нас. Тебе нужны инди? Окей, нахуй вы их ролите, мне просто объясните. Рольте кому на офспек, на что другое, а ноги эти кожаные. Гангрена, обломись. Рольте боешный плащ все. Локал мэна, то надо подождать, чтобы он кинул, перезапускает. И он говорит, встало. Что у него встало? Игра колом встала. Надо было пароли да перезаходить. Давай подождем. Ну, я игра парол. У меня микрофризы с первого босса пошли с первого снобы. Давай скорей. Сейчас. Да похуй, тика его. Да все равно ролла не будет нормально. Ну мало ли. Все равно 2 по 95. Хочешь, не будем ждать? Давай потом рольнешь, что тебе передадут. Если больше 95 у тебя будет. Гавар и психоз переролить. Локал мэн 97. Все, он зашел. 97 кинул. Да, выиграл. Вы не хотели ждать. Вот и Гара. Ну это был лучший его ролл, так что пусть дальше не рассчитывает. Кинжал в рольте. Кому нужен? Что? Больше никому кинжал? Так, бля, рыбка есть у кого антили сгонять? Я, наверное, пойду сгоняю, куплю пока. Мы это могу поставить. Ставили, кушайте рыбу, кто умирал. Что там сейчас? Сейчас на Джараксусе косты бьет, всегда сидит. Шизбро, манки ты бьешь, короче. Все косты твои. Вот, ты с босса не слазишь, всегда его бьешь. Голем вылазит, все с них сычимся, прожимаем геру, разваливаем големов. Ничего банить не надо.
Так, два мага, я думаю, они же справятся, чтобы... Маги, да, три мага у нас. Три мага, вы воруете стаки. Никто ничего не помогает, маги сами все воруют. Что я там забыл? Метки прохиливаем, на ком кидается метка огня. Бегать, то бишь, надо, я буду говорить. То есть бабл, глыбу можете нажать, остальные все бегают. Все. Телок кливаем, никто их не заливает. Че, Мэтнери, стой на боссе, а Валера потаскает мобов. А че, я в одного это не танкану дерьмо? Да зачем? Все равно два танка даже спекаться будем. Все, я запускаю. Хорошо, понял. Баф раскинете, да, умирал. Стрите там по бафу, что не хватает, напишите, вам скину. Наебало скинут. Пристабаф есть, я только что кидал. Что за падла меня уменьшила? Сейчас найду, убью. Мелкий пиздюк. Ну, попробуй, убей меня, найди. Я тебе еще раз уменьшу. Пиздюк. А, понятно. Я локал мэна хули... Бля, не, я хочу... Можно... Что это мини-редарочка, это сексуально. Смотри. Бля, не, вот это хуйня. Вот, ты правильно сказал, редарочка, это хуйня. Нет, хуйня была то, что меня превратили. Аня, мы что, дворфов качаем, нет? Да. Друиды? Дворфы, друиды? Хули нет, когда да. Лучше шаманов делать, у них ебать прикольные наковальни. Тотемы. Все, готовимся. Сейчас начнется через 5 секунд. Все, манки не забывают, я на костах. Что-то я это оторвал. Ух, тоже, блядь, больно. Мэтнери, забирай. Верхаски прохильте. Ебать, ты там котян орнул. Ебаный кошар. Кот орел чисто. Накабает бабл. Хорош. Что-то я вообще затупил, побежал портал бить. Уже, блядь, выбычки. Да. Ракамакафо прохильте. Готовим, сейчас будут големы. Требую этого кота на анонсы ДБМ. Так, что мы БЛ, да, даем под ДБМ? Да, я скажу. Готовимся, сейчас будут уже. Готовимся, кабайц. Я побежал. За что, блядь? За бесплатно. Обращайся. Хожу во сне, прохильте. Блядь, лок АТ4 работает, я не понимаю, блядь. Вот, инферналы. Поехали, Фернала. Давайте Геру. Геру. Все, поехали. Метку поставил, давайте. Он не станется, кстати, голему. Отлично. Покиньте с колора. Приз, нажми мастхил. Unholy Frenzy на тебя. Пули так все попередохло. Двое всего. Инди, скинь БР вкабается. Ликан, так, скинь БР Волкулмена. Питон барон еще. Я знаю. Что у него не супер много урона, поэтому потерпит. У нас один БР, да, остался? У нас вообще их больше не осталось. Прохильте. Варлок на тебе уже, да. Локлмена прохильте. Да, лефт варлок, немножко другой. Ну еще один голема придется побить. Прохиль телекана. Скалор на тебе пламя. Нормально вывел. Стаки, хорошо. Все.
А ты его пока сделаешь, заебешься. Тебе же надо альянс переспекаться. Того не хватит. Того не хватит. Прохильте чё вот с мэна. Шамана. Чуть-чуть. А, на тебе, Валера, бабл смотри. Не могу. Ладно, тогда просто бей. Я же массакру сдаю. Да я это пизды не получу. Инферналы полетели, готовимся заливать их. Прохильтера камакафо. Все, инфернал выбежал, поехали. Друиды прожмите, масхил. Друиды. Ага, пушка. Заливайте инферналов скорее. Метки уже не буду ставить, остальных просто убивать. Бля, еще ебал. Киберхаски на тебе, бабл нажми. Бабл. Ага. Бразильцы прохилить надо. Еще один голем бегает, молясь. Бывает. Бля, нет, вообще отличный. Сало дается, и стан дается. Все, добиваем босса. Стаки, стаки, быстрее стаки, ну стаки. Диспельте их нахуй. Они не успевают их забрать. Ну и не успеваю, просто немножко затупили. Все. Бугага прохильте. Бабается на тебя опять огонь. Вести слах. Давайте поднажмите, чтобы следующий не было голем. По 2 секунды за успеем. Я сижу, смотрю, думаю, где ебаный ДПС. Прохильте психоза. Психоза прохильте. У меня пет на пассиве, блядь. Я бы пет бы 2к бы дал бы, да? Блядь, дал бы. Кавер на тебе пламя. Ох, ебать, ты пробежался. Кроссовки. Надо. Сферу рольте. Бля, ша-ша. Не нахуй. Трофей рольте. Альянсу не нужна помощь повелителя демонов, чтобы справиться с... Саня, ты свое сегодня уже выкинул. Хорош, нахуй. Танки порольте, все надо. Мне не нужны. Поле рольте, ну. Но в спек порольте. О, нахуй, иди сюда. Все, все пароли. Хоть что-то. Тапки порольте, танки. Они только мне нужны. У этого есть. Не выпьем тебе что-то. А ты говорил, не выпьем. Левую руку порольте с меткостью. Все понятно. Вот. Так, отходите от щитов Альянса, убирайте тотемы, сейчас спущу этих пиздюков. Пиздюков. Так, поставьте рыбу, кто ставил еще раз, пожалуйста. Пиздюков собак. Он поставил рыбу, кушайте. Гавр, наверное, ставит. Спасибо, Гавр. Сейчас перебахается. Бля, можно мне еще что-нибудь тут выбить? Все, уже одну и только вещь в этом месяце выбил. Да, киньте каску. Можно. Пристам каску киньте. Сейчас скинем. Тут трини можно. Так, что там? Вар, рок, ДК. Пал, ебать много народу. Еще будете по два держать тогда. Смотри, Валера, ты, короче, рогу держишь и вара. Рогу приоритет. Мэтнери, держишь пала и ДК. ДК приоритет. Я сейчас все распределю. Ебать, где пал и где рог? Как мне это все держать? В смысле, тебе нужно рогу, блядь, и вара. Че ты тупишь? Да, рогу и вара, все-все-все. Пала и ДК держит Мэтнери. Понял. Иди нахуй. Заливаем, блядь, что там есть.
Лока сначала заливаю. Потом Ханта заливаю. Потом Мага. Так, ну об ситуации буду говорить, цели, может быть, менять на гангрена. Подхилишь танков, если им понадобится. Нажмешь бабл, подбежишь, подхилишь, там речистится. Ну, ты знаешь, короче, как. Вот. Еще по контролям сейчас буду говорить. Слушайте. Роги. Питон оборон на Марсе, антихил. Остальные можно оставить, что было. Чатсмен, кидаешь жабку магу. Кинь плюсик, если услышал. Иди нахуй. Психоз, кидаешь превращение в шамана. Кидай плюсик, если слышишь. Бугага, кидаешь превращение в жреца. Плюс они. Отлично. Так, Дайкт, тебе нужно кинуть... Что там осталось, блядь? Попревращаешь Ханта, пока мы его не бьем. Дайкт. Локалмен поконтролишь. Друида. Обязательно друиде будешь сидеть. Что там осталось? Да вроде все. Масферы, Христы, скидывайте. Подходят Локи, Масферы скидывайте. Шаманы, тотем замедления, тотем, который впитывает заклинание, ставьте. И все, вроде ничего не забыл. Так, ну что, на готовность проверяю. Маг Дайкт, ты слышал, кого тебе нужно законтролить? Отлично. Тебе слева дать на броню? Или тебе не, пизда? Не надо, я не буду подходить. Слева заходит. Тот, где я стою, стоим по... ДК у нас один. Ну что, Анхоли притягивает, куда притянул. Ну, короче, сразу не притягивай. Смотри, танк загрит, они поведут. Тот, кто останется, я скажу, кого притягивать, его притягиваем и бежим в него бить ему ебало. Не сразу. Налево съебались ДД все. Здесь справа остались только два танка и гангрена. Хулипал. Маг, дай. Че, Мейтнери, залетишь или зассал? Да, и умрочку прорвет. Дай отсчет. Чтоб люди готовы были. Я так бывшая говорила, го залечу. 3, 2, 1. Все, ждем. Бля, и они все убежали. Иди, Майк, крест, отагрится, тяни. Отагрились. А, подожди, не крест. Да, крест подбегает, тяни его. Холи, крест иди. Все, ладно, не креста, заливаем, череп поставил. Потому что Олер умирает, ебать его в рот. Да нормально все, это тактика такая. В крест покидаешь. Ой, блядь, в этот... В Лока покидаешь. Гангрена! Манки. Меня порвало, Мейтнери в одного там тонкую. Я понял. Его не прохилят. Ну, Паул, посиди там в наглую. Если что, я тут стою недалеко, кину тебя щиты и всю хуйню. Масферы, контроли скидываю. Прожимайся. Под срезом хила. Масферы, контроли. Да, убило обоих танков. Ну ебать, а как вы развалились, скажи мне? Ну как, щиты бичарские взяли, как бы нас пиздит. 5 миллика. Блин, а вы уберете здесь бичарские щиты, я не понимаю. Падаете, мы не выдержим. Чтобы они не это... Ну, блять, вы с нормальными нормально держали. Вам просто отрывают ебальник. Зачем брать? В чем смысл будет? Это я понимаю в гере. Да, я тебя умоляю, тут то же самое. Ты ебанутый кот на стену прыгаешь? Нет. Ну, а чё, ну смысл? 100% хил, 100%. Нет, там срез хила был, там гангрена много не мог прохилить. Оденьте щиты, никогда этой проблемы не было из-за обычки. Хорошо. Палы, дайте диваны, ну чё? Тянуть кота за яйца. Thank you.
Че, долго там будете умирать? Все, сейчас они дружно. Выборочно убивает. Пока бегает. Ставите рыбку около вести. Сейчас мы просто щиты наденем, и будут они по рейду бегать. Рыбу поставили. Да пусть лучше бегают, и вы будете перегреть, чем вы просто умрете. Аргумент. Кто-то ливнул. То есть дискорда вылетел. Ну, согласен. Арго. Так, я вызываю. А вон Маку ливнул. Да, конечно, успеешь. Душа не чая, что он написал. Аргоняне нужны. Понятно. Так, что там выпало? Пал, Рок, ДК, Вар. Все, что ли, трое? Ну тогда на тебе, Валера, Рок. Вар забираешь тогда Паладина и ДК. А, ну на тебе, Валера, тогда Рок и Вар. И Мэтт Нерри забираешь тогда ДК и Паладин. Приоритет Рок и ДК. Все так же, как в прошлый раз, да, получается, примерно. О, заходим справа. Что там у них? Сейчас Лока заливаем. А, нет, еще Ханта. Лока. 24 пойдем. Ну, я пока распределю сейчас человека еще. Время не терять. Мага по контролям сейчас заново говорим. Психоз кидаешь превращение в жреца. Бугага кидаешь превращение в мага. Бля, запри его нахуй где-нибудь в туалете. Бля, он же орать будет на улице. А он и так орет. Холодильник, блядь. Так, local man контролишь друида. Чатсмен. Ты кидаешь превращение в этого чернокнижника, пока мы его не бьем. Что там осталось? Манки. По контролю шамана покидаем жабку. Да иди нахуй отсюда. Че ты приперся? У тебя там хомяк вкусный. Да пиздец, а хомяка все упор поставишь, чтобы не сожрали. Теперь кот ходит вокруг мяука. Отдай мне хомяка. Попробую просто хомяка. Все, по контролям все. Также масферы, вары скидывайте. Там тоже масфер, все остальное. Что там, один ДД, ебать. Кристобаф, ебать. Да, ну, да нахуй его давать, когда ДДшника нет. Блять, погнали, 24 тела, ебать. Да так-то да, давай немножко еще поищу. Минутки три. Этот сырой маг 5к ДПС давал. Так, лучше найти 10. Я пока чайник пойду поставлю. Это обнова залетелось. Ну тогда лучше не выходить, а то начнется пиздец. А, бронзовое святилище открывает. 25 даже. Пошли. Ну, плохо. А, это на X2. Да забей, это на X2. Да, рейд топовый. Тогда я должна
Че, Валера, у тебя уже все? Дрочат? Спать пора. Ну, ты меня не трогай. Жена говорит, что мы днище долго проносим. Поставь, шкаф поставь. Ну, понятно, что днище. Никто же не спорит. Ну. Да, локал, пиздец, однообразные все редары. Что-нибудь бы новое изобрел. Однообразный, это ты у меня скопировал. Специально скопировал, пошел себе там переделал. Не, я про, бля, транс. Ну, нормальный транс, чё. Я потом себе транс 6 возьму. Бля, лок, я не увидел, что вы с чемпов. Ебаный ты, сука, бонус. Давай сейчас минутку дай поищу. В смысле, а что с ним не так? Ему не понравилось, что мы с чемпов. Бля, не видел чемпов, хотел с нуля добавиться. Ладно, похуй, давайте в 24 на ФК проверяю. Выпейте, настои около закончились. А чё ж буква, блядь, где висит, падла? Да это время вон сколько осталось. Настой есть, просто он заканчивается. У этих людей. Всё, баф, ничего там, проверка, настоев. И до инди не... А, настой не выпил. Короче, инди выпьешь, походу не выпьешь, ну без лута останешься. Справа стоим, Валера зашел слева, все зашли слева, все то же самое. Валера, как блядь, мне кажется, там хант стоит. Зачем там хант стоит? Справа хант. Или что? Все, хант перебежал. Все, убежал. Мальчик, а где мы? Поехали сразу же с умой эту хуйню, Ализа. Мейтнерии, мы слева заходим. Мейтнерии отсюда врываться будет? Он, конечно, может, но лучше-то отсюда. Холли сразу притянешь, сразу вливаемся в нее. Максимально херы, хуи, там всякие контроли выкидываем. Дашь отчет, Валер? А, ничего. Все, готовься. 4, 3, 2, 1. Вытягивай. Давай, поехали, давайте, Геру. Хорош, Мэтнери, ебать. Ты Мэтнери только... еще развалится, блядь. Давайте станы по максимуму прохиливай. Да, хорошо, пожалуйста. Контроли не забываем сдавать. Вот, ты ловушки замедляющие, там замораживающие кидаете. Все достаете. Бля, стан. Ты пизда. О, бля, пизда мне. Спасибо. Жабу с диспельте, пожалуйста. Быстрее заливайте. Очень медленно. Потом, блять, я не вижу даже следующую метку. Потом. Крест далеко, блядь, играем в... Сука, я не вижу ничего. Блядь, ставил метку в Антара. В Антара играю, поставил череп. Вытягиваем, Коля, по КДМ. Гангреном в тебя играют. Маг в тебя, походу, или кто. Так что осторожно. А, блядь, хилки... Ну, я походу один их снимаю. Не могу диспельнить. Не вижу, блядь, где Антар, нахуй, ёбаного. У нас сферы, вары не забываем, все скидывать это говно. Вары, локи. Свои контроли, если ваша цель умерла, контроль любого другого. У нас диспл, блять. Просто меня уничтожили, блять. Ничего, ничего, добиваем, потом в крест играем. Сейвите друг друга, бегите, давайте херы. Крест нашли, вон он бегает.
Заливаем крест. Волгога, в тебя играют. Прыгай, бегай, убегай, еще что угодно. Главное, держись подальше. Мы тебя хилим. Живи как можешь. Варлок, это уже все. Все прожил, бля, мне все тоже сёк. Что-то крест очень медленно, бля, типа, потому что нихуя охоты не спариться, понял? Помогаю. Лог же есть, за контроль дерева, дерево, left warlock, за контроль дерева, изгнание, потом... А local man же умер, блядь, я не заметил. Вот warlock по контролю... Чате. Ну, я не могу просто везде смотреть. Я понимаю. Мейтнери, вытягивай на себя этих. Я уже рогу утащил к себе. Обдилка по КД должна обновляться. Блядь, где-то умер. Убить, там легче. Да, конечно. Видите, легче скажем мобом будет. Добивайте мага, потом самула сыграем. Ставим на него череп. Играем, потом самула добиваем мага. Он сам прибежал к вам играть. Мага как. Все, все, контролем мага, ничего. Я сейчас здесь были. Варлок себя бегает, все что, с фиртом все скидываем. Угага, ты сейчас переагришь рогу, можешь сместиться от центра? Ближе к противоположной стороне. Пизда переагрил. Драфт Варлок. Ну, я его хилю вообще максимально. Держу, чтобы он не умер. Он нормально бегает, кайф. Должен забить, в принципе. Отлично, я забрал. Хиливайте, да, верхилом он. Потом в лока в ромб сыграем. Убивайте. По контролю Варлок, дерево по контролю Варлок. Играем в ром. Сейчас 2 секунды. Отлично. Сейчас помогу, Варлок. Хотя не за тобой, всю дорогу бегают, пиздец. Теперь за мной. Глыба здесь справа есть? Да. Спалил. Прогрипа. Потом шокула. Да, я сам в страхе не могу здесь понять. Блять, вы чё, подходите дерево. К нам, что ли? По контролю дерева. Вытягивайте подальше от нас, а пожалуйста. Мы на зачечках сидим, что доебался. Один гриб, раз в 30 секунд. Я понимаю. Ну, я как по КД гриппаю.
Ой, варлок, блядь, живи. Ебать, тебя что-то посадили. Там дерево, следующая цель после этой. Оно же дерево. Ну да. Там пало заливаем. Ласки позаканчивались, да? Ну, вначале же проверяли. У Индиго наша была. Всех остальных проверили. Ну, у тебя уже закончилось, судя по всему. Ну, я же говорю, вначале всех проверяли. Кроме Инди. У Инди я посмотрел, если начнет ролик. Я уже посмотрел, уже выпил. Ну, все, значит. Не буду до этого доебываться, потому что вначале смотрели. Well. Проще с этим обманом немножко. Ой, бля, сейчас что-то я курю, стою еще. А что за тефтель к нам тут прибежала? Большой элементаль земли. Я вывожу рогу. Да. То поехали пиздить, а будет. Чего тут днище? Запиздить мы, где увидим. Роги злой, всегда убивать их. Бож, ябучий. Сало роги? Чего, кого не кастовал? Ха-ха, влетел в мытнырей, а его хваткой ДК обратно. Тупо чемпов убивать минут 20. 20 дней, пиздёж, конечно, по 20. Я тебе серьезно говорю. Мы начали с флаской, у меня было 20 с лишним минут, осталось 9. Как открыть шаманов? Я не понял. Типа АФК ставил, поэтому? По-любому. Вообще, ты видел, что, блядь, с локом происходило? За ним бегали все, нахуй. Нет, сначала был маг, Бугага. За ним бегали. Потом они плюнули и решили взяться за лока. Пиздол, телемобили, возьмем локо медленно. Да-да-да. Эс, а типа. Меня аж пальцы не штифа. Триня, да ну нахуй, блять! Ебать! О, и пояс нахуй, куда сосать? Рольте сферу. Бля, по сути. 12 минут, что ли, били? Варлок, пароль еще раз. Один. Ладно, забрал.
Трофей, пароль. 99. Творец 100. 100. 100. Танки, пароль, пояс. О, блядь. Ну заебись, опять. Не хоть что-то будет достаться, то, что мне Мейтнери не будет просто отдавать. Ну, бля, он честно с ролем. Да я понимаю, а потом, блядь. Роль тебе не мне как МТ. Да, блядь. То, что самое надо. Все, Мейтнери уходит. В центр, сейчас валик вызову. Дальше 24 идем. Я буду искать. Я тоже. Че? Запустил. Отойдите от центра. Сейчас все ребахнет. Еще кто рыбку ставил? Запилите еще одну, пожалуйста. Ладно, я портуюсь, походу рыбки кончились. Пока поищу человека. А, вон поставили. Кушать. Ну, нам два выпало за все время КД. И выпадет его ролик сколько? 5 человек, да? Так, берем белые сферы все. Берем белую ауру. Топаем к темной. Сейчас метки все поставлю. Бразилец, ты же уже ловил сферы. Половишь еще, да? У тебя нет выбора, но надо создать иллюзию. Всех. Главное, не со стороны танка. Вообще, давай, наверное, в одного танка, и также Мейтнери, как десятки побега, тоже половит. Вообще будет пушка. Я как боюсь, ты? Что сорвете нахуй. Думаешь? Да, я уверен почти. Ну, хорошо, давай. Просто ты тогда бразилец один. Ловишь, ходишь. Вот. Так. Все бьем черное. По сменам цвета буду все говорить. Нужно встать в одну метку, всем в один фрейм, чтобы сферы летали мимо, не задевали вас. Вот. Так будет легче. Это понятно, что сказали все. Нет никаких нравов.